Фокс, донатик. 50 рублей. Да, свободу. Давай на аутдриллер, спасибо. Спасибо, что заходил. Деньги, деньги, деньги. К слову о том, во что превращают наши санатории и лагеря для детей. Так, что это такое? Что это какое-то... Какое-то прям непонятное, видим. Я, блядь, не причёсанный, не накрашенный. Пошли ставить, ёпт, хорош снимать хуём. Они до сюда просто не дошли, до стоматолога. Или они очень боятся духа. Блин, ну к такому стоматологу, конечно, ходить. Да, прыгай, что будешь лечить. Прям прикинь, такой... советских времен. Нет. Бурмашина. А хотя не было где-то лорд, не стоматолог. Вот страшно. Это страх. Лорд, она еще в довольно хорошем состоянии. Блин, сейчас в эти современные это страшно ложится, на самом деле. Мне, а вот это что-то... прям как будто тебя в пыточное кресло усаживает. Ну вот ты и есть пыточное. Че это там такое с роялем? Оу, тут реально скользко, ребят. Ну, потому что... Зимой-то тут никто не убирался, соответственно, лёд. Такая дешёвая штука, что его даже с собой вместо брать. Воды, которая налилась. Да это древнее пианино, был бы рояль. Собственно, лирика. Да. Да он весь уже, видишь, по-нашему. Он поди расстроенный, он что, играет-то, нет? Продолжаем. Вот, и подрем. Вот это вообще трешак. Вот и мша тоже лазит. Во, я в такой был. Кто-то не выключил воду. Вот прям один в один. На Кавказе вообще. В этой. В грязелечебнице, по-моему. Точнее, в санатории на Кавказе был, когда вот там такие вот и до сих пор стоят. Один в один я такую ходил. Полная ванна. Со льдом. Еще одна ванна. Вода ж просто. Смотри, какой фотка классно получится. Она же с полиции должна была 100 раз уйти. Вообще капец. Кто? Да лед, наверное. Че? Откуда? А, там зима у нас. Долби мой лед, еще но не замерзай. Как не завязывал, не завязал. Здесь больше нет ванны со льдом. То же самое. Я в таком санатории, у меня на швабрика, а не кабудра. Хочется пошутить, что это была за швабра, ну ладно. Ну отлично.